Всем доброго здоровья, мир вашему дому. Сегодня у нас интересное событие. Днем, значит, на улице тепло, снег мокрый, все. Сейчас ноябрь, конец ноября. И у нас свиньи есть, у меня три свиноматки. Где-то примерное число знал, но точно не знал, когда они должны родить. Вот. Ну, подготовился примерно. Значит, две клетки уже подготовлены, третью только начал готовить. Сегодня ходил, захожу, бах, начала рожать одна. А было, сидели они так, одна свинья и две свиноматки. И там, где две, начала одна рожать. Я быстрее одну свиноматку перегнал к той, которая одна. И побежал быстрее третью клетку доделать. Пока доделал, прихожу теперь там, где две матки, другая стала рожать. Я быстрее эту оттуда выгнал, в третью погнал. Вот, сейчас пойдем посмотрим потихонечку. Все так необычно, я тут весь в мыле, но очень радостно. Пока я еще не считал, сколько у нее послед еще не отошел. У свиньи отходит два последа. Ну, потихонечку. Значит, мне задавали вопросы, говорит, а почему, говорит, вы там не протираете их там полотенчиком? Никогда этого не делали. Я так понимаю, может быть, это на каких-то фермах делают, я не знаю. В дикой природе, кто их там каким полотенчиком обтирает? Естественные, как бы, ну и все, вот они раз подсохли, и все, у меня тут нормальная температура, все. А так, знаю точно, у кроликов вообще нельзя руками трогать, иначе матка их там сожрет, не примет. Но здесь тоже, чтобы свои запахи какие-то не в это, то есть там, даже если будет чистое полотенце, все равно не это. Поэтому все естественно, подсохнут сами. А вот это вторая. Процесс родов, ну, несколько, ну, как говорится, может быть очень длинный по времени. Бывает быстро, минут за 30, за 40, бывает дольше. Поэтому мы просто контролируем и все. Такие вот малыши-кибальчиши, они уже знают. Ну, тут посмотрим, какие из них нормальные, может быть, что-то вот этот вот, что вот он торчит сюда, даже вообще не реагирует. Не знаю, может быть, отойдет. А если какие хилые, на фермах их сразу убирают, потому что с него дальше толку никакого не будет. Естественный отбор, как в природе, выживают самые сильные. Вот так. В этот все в эту клетку сейчас я еще тут еще солому еще принесу. Все получилось так, как получилось, что когда я хряка привез, вот, а мне потом уже человек опытный говорит, ну все-таки у меня еще не так много опыта, а тут еще какие-то перерывы были у меня там. Бывало так, что не покрылось, например, ну эти кто не, ну, свиноматки, вот, и все, то есть я мимо вышел, там, один год мне пришлось заново покупать каких-то поросят, там, вот, и, ой, тихо, куда, ну, как шить, пошло, я тут сейчас еще это заделаю, сейчас не задел, не успел, так вот, получается, когда жениха привезли, что, получается, он их всех в один день обработал, что ли, вот сейчас еще на вот эту вот посмотрим. Значит, и такое может быть. Вот, поэтому, ну, и сейчас примерно посчитаю. Я точно знаю, когда я его привез, пошла, в этот, жениха этого, и точнее, и буду знать, что он в этот день их покрыл или не в этот. Вот, ну все, видишь, она немножко это переживает. Котят тоже пузатенькая, миленькая зайка наша, кисёныш, и тоже скажу, я рожу, скажи. Ой, вот тебе и скажи, еще и до весны не дожили, да?
Еще до весны не дожили. Да, моя милая? Не дожили, да, раньше. Собрались. Хозяин не думал, что он многодетный папа снова станет так рано.